Слухи о том, что Леди Гага выходит замуж, появились после того, как певицу в апреле застали на прогулке в Беверли-Хиллз с обручальным кольцом с большим бриллиантом на безымянном пальце. Это и неудивительно, ведь уже почти 5 лет исполнительница состоит в отношениях с 46-летним Майклом Полански. Он финансовый предприниматель и не имеет отношения к миру шоу-бизнеса, он закончил Гарвард и основал собственную компанию, занимающуюся инвестициями и благотворительными проектами в Кремниевой долине. Впрочем, тогда дальше снимков с кольцом дело не пошло, и шумиха вокруг помолвки улеглась в течение пары дней. Однако теперь 38-летняя артистка сама заговорила о свадьбе. Во время Олимпиады в Париже, на соревнованиях по плаванию, премьер-министр Франции Габриэль Атталь подошел поприветствовать певицу. Гага решила воспользоваться моментом и представила ему своего спутника. «Это мой жених Майкл». Этим она подтвердила домыслы поклонников о предстоящей свадьбе с Полански. Также на днях СМИ стало известно, что артистка действительно готовится к торжеству. Журналисты, пообщавшись с источником, близким к Леди Гаге, выяснили, что пара готовится к бракосочетанию, и певица уже предупредила друзей и родственников о грядущем событии. Она говорила, что хочет завершить несколько проектов, а затем сосредоточиться на том, чтобы все обдумать. Она мечтает о детях и видит будущее с Майклом. По инсайдерской информации, торжество намечается на конец лета. И вероятнее всего оно пройдет в частном режиме для самых близких, в доме Леди Гаги и Майкла в Малибу. Также близкие певицы отмечают, что Гага с детства мечтала о свадьбе на берегу океана на закате, и сейчас ее дом с видом на горы и пляж Санта-Моники идеально подходит для этого события. Кроме того, совсем недавно журналисты заподозрили Леди Гагу в беременности. Они сняли певицу на свадьбе сестры, где заметили у нее явно округлившийся живот. Но эти сплетни Гага быстро опровергла, опубликовавши в соцсетях короткий ролик, подписавший: «Не беременна, просто горько плачу в спортзале». Однако, по словам инсайдера, в планах у певицы и ее избранника большая семья, но немного позже. А сейчас она наслаждается взаимоотношениями с Полански и счастливее, чем когда-либо. Напомним, что ранее певица была обручена с актером Тейлором Кинни и со своим агентом Кристианом Карино. Этим непростым отношением она даже посвятила песню «После разрыва». А также появлялись слухи о ее романе с Брэдли Купером, которые ни певица, ни актер так и не подтвердили. Чтобы увидеть, какой будет свадебная церемония и как будет выглядеть невеста, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Starbar. И мы будем держать вас в курсе.